Одна из главных точек маршрута – площадь Ленина. Александр Рокачук отметил, многое сделать удалось. Однако есть и моменты, на которые стоит обратить внимание. Это касается контурной подсветки зданий первой линии. На пятерку по пятибалльной системе был оценен вокзал. Похвалы удостоилось и жилое здание на Республиканской. Контурную подсветку фасадов и мансард организовали сами жильцы. Большую работу провели сотрудники Брестского котельного хозяйства, Брестского водоканала и дорожно-эксплуатационного предприятия. Украшения возле этих зданий наверняка уже есть на сотнях праздничных фотографий брестчан. Город Брест должен быть подсвечен в хорошем, красивом стиле, а новогодние украшения должны дополнять вот эту подсветку. Поэтому, наверное, пора отходиться от некоторых вариантов такой самодеятельности под названием «дождик на дереве» в непонятном состоянии и так далее. Поэтому в целом, конечно, есть определенный результат. Неплохо показали себя субъекты хозяйствования, коммунальная форма собственности. Неплохо показал себя, как всегда, Саушкин продукт. Ремонт и грамотно продуманные праздничные объекты создали в областном центре новую точку притяжения – площадь перед зданиями Московской администрации и Дворцом культуры профсоюзов. Почему мы форсировали реконструкцию данной площади? Не потому, что нам хотелось, как говорится, выбросить деньги. Мы просто понимаем, что благоприятный период для работ еще был, и чтобы к Новому году вот эта вся площадь была в едином комплексе. И то, что мы сейчас видим вот здесь, на площади перед администрацией, оно, по сути дела, в одном ключе с площадью перед Дворцом профсоюзов. Здесь живут десятки тысяч людей. И мы, по сути дела, сформировали точку притяжения. Оценивая городскую иллюминацию, градоначальник подчеркнул, то, что есть сегодня, это уже движение вперед и, возможно, даже лучше, чем у кого-то. Но до максимума еще далеко и есть над чем работать. Притом, касается это вечерней подсветки города не только в новогоднюю рождественскую пору, но и в обычные дни. В целом оценка удовлетворительная. Тех, кто себя проявил с лучшей стороны, мы, конечно, поощрим. Ну, а тот, кто вообще никак себя не проявил, конечно, мы это так тоже запомним и в следующем году поправим. Но закончатся праздники, тут кое-кто прогнозирует, что мы вообще все повыключаем и так далее. Нет, вот эта контурная подсветка, она абсолютно по энергопотреблению немного берет. Поэтому вот эта контурная подсветочка, она создает атмосферу, она создает архитектурный вечерний образ. Это все останется. А так в целом, ну, лучше, чем в прошлом году, но хуже, чем в следующем году. Поэтому все будет хорошо. Анастасия Стропко, Андрей Щерба, Антон Луговкин. Телекомпания БУК-ТВ.